Итак, мы объявляем третий бой весовой категории до 93 килограмм. Встречайте! Гаджи! Всем привет, меня зовут Магомедов Гаджи, я представляю Забайкальский край. Я выхожу на ринг, чтобы победить. Встречайте земляка! Чита! Чемпион Дагестана по боевому самбо, серебряный призер чемпионата России по боевому самбо, мастер спорта по армейскому рукопашному бою, чемпион Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Одна победа, два поражения, ноль ничьих. 185 сантиметров, 93 килограмма, 26 лет. Гаджи! Магомедов! Россия! Чита! Его соперник красного лоринга, мастер спорта по боевому самбо, чемпион Восточной Азии и Монголии по боевому самбо. 172 сантиметра, 93 килограмма, 29 лет. На середину.
Пока синий ватный чуть-чуть у тебя осталось. Окончен первый раунд. Аплодисменты, дамы и господа бойцам. Ну и, конечно, очаровательным девушкам, очень красивым и соблазнительным, которые выносят таблички. Аплодисменты нашим моим девушкам. Итак, бойцы готовятся ко второму раунду. Второй раунд! Не скупитесь!
это делают коллеги, делают исключительно для вас. Итак, бойцы готовятся к третьему раунду. Начался третий раунд. Все-таки будет назначен дополнительный четвертый раунд.
решение было принято добавить четвертый экстра раунд. Четвертый экстра раунд! Уважаемые зрители, поддержите бойцов! Четвертый экстра раунд продолжительностью 2 минуты. Поддержим